Будем говорить о личном товарообороте. Для начала представлюсь. Кто-то, наверное, меня не знает. Зовут меня Комогорцева Алена. Я менеджер 12%. Живу я в России, в Забайкальском крае, в небольшом поселке под названием Новокручининский. Так, я, честно говоря, давно школы не проводила, уже забыла и уже немножко волнуюсь. Давайте для начала вспомним то, о чем говорили на школах вчера, позавчера. Новички, кстати, забыла спросить, есть у нас новички, кто вообще ни разу не был на школах первый раз сегодня? Вера новичок у нас. Так, кто еще новичок? Кто вообще первый раз на школе присутствует? Все уже не первый раз, значит, но давайте тогда вспомним, о чем рассказывали наши менеджеры и директора вчера, позавчера и раньше. С чего начинается наш бизнес в первую очередь? Это нужно обучаться самому и обучать свою команду. Поэтому обязательно нужно ходить на школу, на все посещать, перенимать опыт у других лидеров. Второе правило – это научиться организовывать личный товарооборот и научить команду делать то же самое. И третье правило – это организовать массовый рекрутинг, чтобы нужно получать как минимум одну регистрацию в день, научиться делать это самим и потом научить делать команду то же самое. По поводу рекрутинга сразу сейчас скажу, пока не забыла. Сегодня в 19:30 приходите все на школу. По рекрутингу Вера Уварова будет рассказывать нам о том, как рекрутировать ВКонтакте. Ну, а теперь поговорим о личном товарообороте. Наверное, все вы знаете, может кто-то еще не знает, что для того, чтобы получать доход в компании, нужно делать заказ личный минимум на 150 бонус-баллов. Сегодня хочу рассказать вам, что такое 150 бонус-баллов, когда их нужно делать, начинать, какие преимущества они нам дают и как же все-таки сделать эту страшную цифру 150 бонус-баллов. Ну, что такое 150 бонус-баллов? Вначале давайте разберемся. 150 бонус-баллов – это объем личного заказа консультанта, того, который хочет получать доход от компании. Это не нами придуманные условия, не нашим проектом, да. Это обязательное условие компании Oriflame. И создано специально для того, чтобы как раз стимулировать лидеров к увеличению товарооборота структуры. Бонус-балл, балл бонуса – это внутренняя валюта компании. Каждому продукту в компании присваивается определенное количество баллов в зависимости от стоимости. И фиксированной стоимости у балла бонуса ее нету. Она может варьироваться в России, допустим, от 35 до 45 рублей. В Молдове, если не ошибаюсь, если что, меня лучше поправит, в пределах 11, 12, 13 лей. Поэтому в России получается сумма в рублях 150 бонус-баллов – это от 5,5 тысяч рублей примерно, в Молдове от 1800 лей. Ну вот здесь я сделала скриншотик, чтобы вам показать, для тех, кто не знает. В каталоге у нас возле каждого продукта, кроме цены в валюте государства нашего, да, есть количество бонус-баллов. Вот далеко ходить не стала, взяла текущий каталог, стойкий лак для ногтей, закрепляющий покрытие, гель с эффектом гель-лака. Получается, что в России, что в Молдове 4 бонус-балла дается за стойкий лак, а стоимость уже идет в валюте страны. В Молдове 55 леев, в России 179 рублей. Для чего это создано? Во всех странах, получается, валюты разные у нас, да, а именно товарооборот считается не в валюте страны, а именно в бонус-баллах. Товарооборот
в соответствии с которым мы продвигаемся по карьерной лестнице. Это понятно? Или непонятно рассказала? Хорошо, тогда идем дальше. Когда начинать делать 150 бонус-баллов? Для новичков цифра это, конечно, большой кажется, да, но на самом деле, если вы пришли в компанию с серьезными намерениями и уже начали предпринимать активные действия по строению вашей команды, возможно, в вашей команде уже появились новички, потому что мы работаем командой, мы помогаем своим новичкам, да. Возможно, есть новички даже, которые уже сделали личные заказы. Вам нужно обязательно учиться организовывать личный товарооборот. Зачем делать 150 бонус-баллов сразу? Здесь, если вы хотите получить свой доход первый, да, вам нужно будет их сделать. И вот именно когда вы получите свой первый доход, у вас уже появится больше уверенности в бизнесе, больше уверенности в компании. И эту уверенность вы сможете передать своей команде. Потом на своем примере вы можете показать партнерам именно направление в работе, поможете им организовать личный товарооборот своим опытом. И, ну, естественно, товарооборот группы будет повышаться. Если вы на данный момент еще не уверены вообще, хотите ли вы заниматься бизнесом серьезно, либо у вас там, возможно, сомнений очень много еще, да, или вы не готовы делать пока большие заказы, но возможности нашей компании вам интересны, то вы можете делать личные покупки по мере необходимости. Просто сменить обычный магазин, в котором мы покупали до компании Oriflame средства личной гигиены, на свой интернет-магазин компании Oriflame. А далее уже с ростом группового товарооборота, товарооборота вашей структуры, вы начнете делать 150 бонус-баллов. Какие преимущества дают нам 150 бонус-баллов? Ну, начнем с малого. Что вы получаете в подарок от нашей команды? Если вы делаете первый заказ на 25 бонус-баллов в течение 7 дней с момента регистрации, вы получаете в подарок сайт «Воронку». Вот такой замечательный сайт у нас есть. Этот сайт очень пригодится вам в работе. Человек, который заходит на сайт, ему достаточно один раз ввести свой адрес электронной почты. И после этого он получит на свою почту серию писем, в котором мы рассказываем о возможностях нашего проекта, нашей компании. Ну, чем мне нравится, допустим, сайт «Воронка» и рассылка именно. Не все люди, которые приходят в компанию, в наш проект, и вы, наверное, все, не исключение, пришли не с первого раза, да, не с первого приглашения. А вот именно когда человек получает рассылку писем, он одно письмо почитал, может быть, первое даже закрыл там, без всякого интереса, да, потом второе получил, почитал, уже заинтересовался, потом третье, четвертое. И вот таким образом, получив больше информации, человек уже отправляет свои регистрационные данные. За заказ от 150 бонус-баллов в нашей команде вы получаете рекрутинговый сайт. На рекрутинговом сайте содержится полная информация о нашей команде, о нашем бизнесе,
Человек может сразу ознакомиться со всей этой информацией, и он уже здесь не подписывается на рассылку, а уже заполняет форму и отправляет свои данные для регистрации в компании, в нашей команде. Также за заказ от 150 бонус-баллов вы от компании получаете возможность стать участником премьер-клуба, поделать покупки по специальному каталогу с хорошими скидками. По этому каталогу могут заказывать только те, кто делает больше 150 бонус-баллов. И также участники премьер-клуба могут заказать любой продукт из каталога, включая продукцию Wellness, со скидкой 50%. Хорошие такие преимущества, возможности, которые нужно обязательно использовать. Если вы делаете заказ на 100 бонус-баллов в течение 21 дня с момента регистрации, то вы становитесь участником и стартовой программы, проходите первый шаг стартовой программы, по которой вы можете получить шикарные просто наборы по очень низкой цене. Стартовая программа у нас четырехшаговая есть в Молдове с наборами шикарными, да, и есть в России стартовая программа с такими же наборами. На Украине там немножко другие условия в стартовой программе, но тоже я считаю неплохие, потому что, во-первых, здесь в Украине идет для стартовой программы заказ от 75 бонус-баллов. Если человек проходит первый шаг, он получает возможность купить продукцию со скидкой 50%. Если проходит второй шаг, со скидкой 75%, при прохождении третьего и четвертого шага со скидкой 100%, то есть бесплатно. Также у нас здесь новые условия в нашей команде появилось для новичков. Если вы участвуете в стартовой программе и проходите первый шаг стартовой программы, то есть делаете заказ на 100 бонус-баллов в течение 21 дня с момента регистрации, подарок от нашей команды, вы получаете рекрутинговый сайт для работы. Дальше хочу немножко рассказать вам, почему выгодно учиться делать 100 бонус-баллов. Чем раньше, тем лучше, так скажем, да? Чем быстрее вы научитесь делать 150 бонус-баллов, тем стремительнее просто будет ваш рост. Научитесь делать это свою команду, и рост действительно будет стремительным. Вот поэтому хочу рассмотреть два варианта темпа роста. Первый вариант такой, что каждый человек в группе делает средний заказ на 20 бонус-баллов всего. Ну, это 20 бонус-баллов, это мыло, шампунь, гель для душа и все, в принципе. Допустим, смотрите, вы пришли, первый каталог. В первом каталоге вы один, вы сами сделали заказ на 20 бонус-баллов. За этот каталог вы нашли одного человека, пригласили в команду, и он тоже делает заказ на 20 бонус-баллов. Получается, во втором каталоге у вас уже двое, и баллов по группе у вас будет 40. 40 баллов по группе, вы еще никакого уровня не достигли. Работаем дальше, да? Дальше. У вас получается два человека в команде. Каждый из вас пригласил еще по одному человеку. У вас стало уже 4. Каждый сделал заказ на 20 бонус-баллов. Всего по группе у вас 80 бонус-баллов. Получается, третий каталог у нас закончился. Мы даже первый уровень с вами не покорили. Четвертый каталог. Вас четверо. Все пригласили по одному человеку. Каждый сделал заказ на 20 бонус-баллов. По группе стало 160 бонус-баллов. Ура! Наконец-то мы покорили первую
ступеньку карьерной лестницы Oriflame, и вы выходите на 3%. Долго. Я тоже считаю, что долго. Ну, дальше, да, будем рассказывать про то, как побыстрее. Вот в четвертом каталоге только на 3% вы выходите, и ваш доход примерно, ну, в долларах я здесь среднюю цифру поставила, цифры приблизительные, примерно 10 долларов, да. Потом 8 человек, вот, значит, все по одному пригласили, стало 16. А все на 20 баллов заказ сделали. 320 баллов по группе получилось. В России вы так и останетесь на 3%, в Молдове вы выйдете на 6%. Доход немножечко подрастет, но там совсем незначительно. Поэтому здесь тоже 10 долларов я так оставила эту цифру. 16 человек, вот, значит, в команде, смотрите, это уже у нас пятый каталог прошел, четвертый, пятый месяц пошел, да, снова все по одному пригласили, 32 человека у вас. Каждый сделал заказ на 640, на 20 баллов, всего получилось 640. В России подросли, вышли на 6%, в Молдове так на 6% и остались. Но доход чуть-чуть увеличился, примерно 15 долларов. Стал доход. Работаем дальше. Ну, в принципе, особо не работаем, наверное, потому что приглашаем всего по одному человеку в каталог. Каждый из 32 пригласил по одному, стало вас 64. Каждый сделал заказ на 20 бонус баллов. И по группе групповых стало 1280. 1280. Поздравляю вас, вы вышли наконец на менеджерский уровень, уровень 9%. Но прошло уже месяцев 5, наверное. Доход вырос у нас, да, доход вырос, примерно 30-35 долларов стал доход. Но здесь уже даже в этой ситуации начинает работать закон больших чисел. Когда у вас уже 64 человека в команде, и каждый пригласил по одному, всего стало 128 человек. Каждый делает заказ на 20 баллов, групповых получается 2560. Мы покоряем следующий уровень и выходим на 12%. Доход вырастает практически два раза, примерно 60 долларов становится. Работаем дальше, пригласили все по одному человеку, стало 256 человек в группе. Каждый сделал заказ на 20 баллов. Итого 5120 бонус баллов. Мы даже перепрыгнули через 15% ступеньку и вышли на 18%. На 18% доход примерно 220 долларов составляет. 200-220 долларов. Дальше снова опять все приглашают по одному человеку. 512 человек уже в группе получается. По 20 баллов каждый заказ сделал. Групповой товарооборот составляет 10240 бонус баллов. Вы выходите на старшего менеджера, открываете звание директора. Доход примерно 310 долларов. 300. Дальше, значит, опять 512 человек, все по одному пригласили. Каждый на 20 баллов заказ сделал. Получился у нас товарооборот 20480 бонус баллов. Ну, здесь уже примерно уровень золотого директора. Доход в пределах 1000 долларов. Ну, смотрите, получается, таким темпами, да, именно при соблюдении вот этих условий, что хотя бы один человек в каталог укажет, каждый приглашает, и этот человек делает заказ на 20 бонус баллов, можно выйти, значит, получается, за 11 каталогов, это примерно 8 месяцев, на звание золотого директора. Но есть другой вариант, вырасти по карьерной лестнице быстрее. Ирин, получается, если заказы все делают маленькие, то и человек будет много.
Ну, лучи, я знаю, насколько знаю, многие научились очень хорошо организовывать личный товарооборот, поэтому, наверное, там поменьше тысячи под лучи. Теперь давайте рассмотрим вторую возможность. Я не понимаю. Вот сейчас, кстати, и рассмотрим с вами второй вариант развития нашего бизнеса. Если каждый приглашенный будет сразу делать 150 бонус-баллов. Во-первых, те, кто пришли и хотят развивать бизнес, им в любом случае рано или поздно придется именно для получения дохода 150 бонус-баллов учиться делать, да. Но вот если рассмотреть вариант, когда давайте считать будем сразу. Допустим, вы пришли, да, вы один человечек, и вы сразу легко и просто делаете личный товарооборот 150 бонус-баллов. Вы в первом же каталоге выходите на 3%. Здесь, значит, в рублях у меня уже указаны. Я пыталась вчера в леях посчитать, но у меня возникли сложности немножко, поэтому, ребят, по курсу просто переводите цены, цифры примерно одни и те же. Единственное, что здесь сейчас объясню, по примеру клубу немножко поменьше будет в Молдове скидка. Так, получается, вот по России в рублях заказ на 150 бонус-баллов, ну, от 5,5, как я уже сказала, 5,500, 5,800. Но я, допустим, взяла, посчитала по wellness, который самый балловый продукт, и взяла среднюю цифру такую 5800. Получается, вы делаете заказ на 150 бонус-баллов, в первом каталоге вы заплатите за него своими денежками 5800 рублей. Но так как выполнили условия компании для получения дохода и покорили первую ступеньку карьерной лестницы, вы уже получаете доход от компании. Первый доход он небольшой. Ну, примерно 180 рублей получается в России. Но в России еще компания дает скидку премьер-клуба за заказ от 150 бонус-баллов 10%. Она приплюсовывается к объемной скидке, и вы ее получаете в качестве дохода в следующем каталоге. Вот получается, значит, первая ваша зарплата, так скажем, да, 180 рублей всего, но к ней приплюсуется 10% от стоимости вашего заказа, 580 рублей, и доход уже в первом каталоге составит 760 рублей. Дальше. За этот каталог вы находите человека одного всего. В Молдове 5. Да? Скидка премьер-клуба 5% по Молдове. В России 10, в Молдове 5. Правильно? Угу. Спасибо, девочки. Так, значит, во втором каталоге вас уже двое. И вы оба делаете по 150 бонус-баллов. Итого групповой товарооборот в вашей структуре составит 300 бонус-баллов. В России вы еще пока на 3% останетесь, но зарплата ваша уже подрастет, а в Молдове вы уже выйдете на 6%. А в Молдове вы выходите на 6%, значит, и здесь вот смотрите. Заказ вы делаете на 5800 рублей, вот это первоначальная стоимость заказа, на 5800 рублей, но вы уже не платите за него 5800 рублей. У вас уже есть ваш доход с прошлого каталога, который компания вычтет из стоимости вашего заказа. То есть во втором каталоге вы за такой же заказ на 150 бонус-баллов заплатите уже 5040 рублей. При этом получается бонус баллов групповой это оборот по структуре стал больше, да?
и доход ваш растет. Ну, в России это примерно 360 рублей плюс 10% по премьер-клубу. Уже к 1000 поближе мы подобрались. 940 рублей получается доход за второй каталог у вас. Дальше. Вас двое, да? Каждый по одному пригласил, смотивировал хорошенечко людей, и все сразу делают 150 бонус баллов. Получается, 4 человека у вас стало в третьем каталоге. Каждый сделал по 150 бонус баллов. Итого по структуре получилось 600 бонус баллов. Это уровень 6% и в России, и в Молдове. Теперь получается, за заказ в этом каталоге вы заплатите еще меньше, чем в предыдущем. Заказ вы делаете на эту же сумму, 5800 рублей, видите? Но из этих 5800 мы уже отнимаем 940, которые вам компания начислила за работу в прошлом каталоге. И вы за заказ платите уже не 5800, а 4860. Уже и заказ вам дешевле, видите, обошелся. Еще и зарплату компания вам заплатила уже на уровне 6%. Это примерно 1200. Плюс скидка премьер-клубов прибавляется. И получается у нас 1780, 1800 почти рублей. Вот это доход у нас в третьем каталоге. Если вы помните, когда все делали по 20 бонус-баллов в третьем каталоге, мы еще даже не вышли на уровень процентов. Помните, да? Ну, мы же молодцы, да? Мы работаем хорошо. Каждый пригласил по одному человечку. Стало 8 человек в команде. Каждый сделал по 150 бонус баллов. И товарооборот группы составит 1200 бонус баллов. Мы выходим в четвертом каталоге, уже выходим на уровень 9%. Также делаем заказ на 5800, но платим за него за минус 1780. Так, здесь неправильно я, да? Цифру неправильно написала. 3020 рублей у нас получается. Вместо 5800 3020 рублей всего. Ощущаете разницу? Уже практически 50%. Вы платите за заказ. И при этом получаете зарплату 2300, плюс наша скидка премьер клуба. Итого почти 3000 рублей, 2880 рублей. Ребят, всем понятно то, что я объясняю? Плюсики ставьте, если понятно. Отлично. Так, значит, пригласили все по одному человеку еще, да, 16 нашу уже стало. И все делаем заказ на 150 бонус баллов. 2400 получается. Вот здесь тоже примерно с уровня 9% начинает работать так называемый закон больших чисел. Вы выходите на уровень 12%, получаете зарплату уже ближе к 5000, 4800 плюс скидка премьер клуба, получается 5300. А в прошлом каталоге у нас было 2800. Видите, в два раза почти, да не почти, а в два раза вырос доход. Вот, в пятом каталоге получается 5830 рублей. При этом, сделав заказ на 5800, вы за него заплатили уже 2920. 5800 отнимается доход за прошлый каталог. 2920 получается. Вы заплатили. И 5800 получили зарплату. Дальше берем следующий каталог. Снова все по одному человеку пригласили. Все сделали по 150 бонус баллов. 4800. Товарооборот по группе вырос в два раза. Вы выходите на 15%. Также делаете заказ на 5800, но платите вот здесь теперь
теперь смотрите внимательно. Так, на 5800 вы, значит, заказ сделали, но заплатите вы за него 50%. Полностью оплатить мы своими заработанными деньгами не можем заказ. Мы можем только, компания позволяет нам оплатить 50%. Поэтому мы платим 2900 за него. Но, как вы помните, заработали мы 5800, 330. Поэтому остатки 2930 уже остаются на вашем счету в компании и начинают копиться. Это понятно? Так, если кому-то непонятно, ставьте минусики, будем разберемся еще раз. Хорошо, тогда идем в седьмой каталог. Нас все по одному, не забываем, да, что мы все по одному пригласили, 32 было, все по одному пригласили, и все по 150 бонус-баллов сделали. И по группе у нас стало 9600 бонус-баллов. Мы с вами перескочили через уровень 18% и вышли сразу на 22%. 22% уже в открытом звании директора. Так же сделали заказ на 5800, на 5800 и заплатили 2900 всего. 2900 заплатили. Вот здесь я пропустила, не сказала, да? Деньги-то у нас остались, а сколько заработали, я не сказала. Мы уже тут 10 тысяч заработали с вами. 10 тысяч с вами заработали. И вот из этих 10 тысяч получается 2900 за заказ мы заплатили. А остатки останутся и будут у нас копиться на счету. Так, вот здесь я тоже одна. А, нет, все правильно. 7380 у нас останется на счету в компании. 7380. У нас там 2930 уже лежит. Еще туда прибавилось 7380 в шестом каталоге. А в седьмом, когда вы открыли звание директора и получили зарплату уже почти 20 тысяч, из которых у вас останется, уйдет на оплату следующего заказа 3,5 здесь, потому что с уровня директора нужно делать заказ минимально на 200 бонус-баллов. Ну, пусть это вас не пугает тоже, дальше я вам расскажу, как все это делать легко и просто. Смотрите, значит, получается 3500 уйдут у вас из вот этой зарплаты, 19, которые 1000 у нас 19 180, 3500 из нее уйдут на оплату следующего заказа, а 15 тысяч останется на счету в компании. Дальше работаем дальше. В восьмом каталоге мы снова все по одному пригласили. 128 человек у нас получается. Каждый делает по 150 бонус-баллов. Итого по группе получается 19200 бонус-баллов. Это примерно звание золотого директора. Золотого директора доход, цифры примерные у нас, да? Ну, в среднем 75 тысяч рублей. 75 тысяч рублей вы получаете в восьмом каталоге. Это за 21 день. Это даже не за месяц, 21 день. Из этих 75 тысяч также у вас останется 3,5 тысячи на оплату следующего заказа, а остальные 71500 вот у нас получается уйдут в копилочку. Но если до этого момента, так, у меня почему-то карандашик теряется. Если до этого момента вы открыли ИП, то вы эти деньги уже будете получать на счет в банке. А можете ИП не открывать. Ну, 8 месяцев не так долго, да, можно подкопить и в конечном итоге все их вывести кучкой. Дальше, значит, в девятом каталоге отработали мы все, поработали. Да. Вывести кучкой и купить квартиру. 256 человек у нас в команде стало. Каждый на 150 баллов сделал заказ.
на 150 каждый баллов сделал заказ. По группе баллов, смотрите, у нас получается 3840. Вот у меня почему-то карандаш не остается. Вроде я ничего не нажимала. Так, вы становитесь сапфировым директором. Сапфирового директора доход примерно 135 тысяч рублей. Из этих 135 тысяч 3500 останется. У вас возьмется в следующем каталоге на оплату заказа, а 127 тысяч останется на счету в компании. Либо вы получите в банке эти денежки. Ну, и того, вот смотрите, получается, вот при таком темпе роста за 9 каталогов, выполняя условия, что каждый, именно не вы один, да, а каждый человек, который придет, приглашает по одному человеку всего лишь в каталог, и все сразу делают 150 бонус-баллов, получается, за 9 каталогов, а это 6 месяцев работы, вы становитесь сапфировым директором. За это время чистая прибыль, чистый доход ваш, за минусом того, что вы потратите на заказы, причем вы заказываете на 5800, да, а платите меньше в 2 раза, больше, чем половина из этих 9 каталогов. Прибыль у нас составит 225 тысяч практически. А потратите вы 34,5 тысячи рублей. Причем потратите вы их, согласитесь, на здоровье, красоту свое и своих близких. Вы не просто их там куда-то отдали, как многие пробуют там, верят в различные финансовые пирамиды, уносят туда деньги и ждут, что они там увеличатся в разы. А здесь вы вкладываете денежки в свое здоровье, в свою красоту. И при этом зарабатываете. Вложили за 6 месяцев 34 500, заработали 225 тысяч. Но это еще не все. Я вам забыла сказать, что вы еще же заработали премии за директорские звания. Вот здесь вот получается с уровня 22% вы выходите на уровень золотого директора, даже перескочив через ступеньку старшего золотого директора, но премию вы за него получаете. И получается, что вы получите премию 1000 долларов за директора звание, 1500 долларов за старшего директора, 2000 долларов за золотого директора и в девятый каталог сапфирового директора 4000 долларов за сапфирового директора. Итого премий на 8,5 тысяч долларов. Хотите такие премии? Нет? Молодцы. Так вот, вопрос тогда, ребята, какой темп просто вам больше нравится? Что для нас-то и выгоднее для нашего роста? По 20 баллов делать заказы, либо все-таки научиться делать заказы по 150? Молодцы. 150, да. Конечно, ну, вы должны это просто для себя это понять, что это не мы вас там заставляем делать 150 баллов, да, там вы должны это понять, что это действительно нужно. Чем быстрее вы научитесь их делать, тем быстрее рост ваш будет. Так, теперь давайте поговорим о том, как все-таки научиться нам их делать, да. Ой, чувствую, сегодня долго я буду рассказывать. Как сделать 150 баллов? Ну, у всех, конечно, есть людей, которые приходят в Oriflame, есть финансовые возможности сразу делать личные покупки именно для себя на 150 бонус-баллов каждый каталог. Но это действительно не повод отказываться от возможностей, которые предоставляет компания. Потому что можно научиться выполнять это условие,
без ущерба для своего кошелька. И новичкам сложно вначале, я не спорю, мы все были такими, да, но я вот своим новичкам, допустим, рекомендую проделать одно такое интересное задание, когда они говорят, что у меня там денег нет, ничего не надо. Возьмите, откройте каталог и положите в корзину вообще все, что вы хотели бы приобрести, если бы были неограничены в денежных средствах. Вот именно вот эти тормоза уберите, да, потому что реально девочкам вообще хочется очень многого. Мальчикам тоже. И ассортимент у нас достаточно широкий продукции в компании. Проделайте с собой такой эксперимент. Вот у меня, я когда положила в корзину все, что я захотела, у меня там получилось порядка, наверное, 600 бонус-баллов. И очень скоро я знаю, что я смогу их делать. Давайте рассмотрим способы организации личного товарооборота. Ну, во-первых, конечно, нужно рассказать всем своим близким друзьям, кто не зарегистрирован в компании, кто не соглашается. Да, ого, вот попробуйте сами сделайте. Но особенно на wellness обратите внимание все-таки, кто еще не пользуется. Дальше я расскажу вам. Поделиться, обязательно поделитесь со скидкой 20% со своими родными и друзьями. Не жадничайте, да, можете отдать по своей цене, не по каталожной, а по своей. Тем самым сделайте им приятное, и вам будет личный товарооборот. Второй из способов – это можно продавать, именно продавать по каталогу, и чтобы зарабатывать дополнительный доход. То есть не ждать там, если вам денежки нужны здесь и сейчас, да, вы можете продавать по каталогу. Можно не хотите продавать сами, можете найти продавца. Можно также найти представителя в какой-нибудь крупной организации, которые рядом с вами расположены. Что у нас есть в ассортименте продукции компании? Примерно 20% долю занимает ароматы, 24% средства по уходу за лицом. Комплексный уход у нас есть в серии в зависимости от возраста, да, от возрастной категории. 25% примерно занимает декоративная косметика. Хотя многие говорят, ой, в Oriflame, что у вас там заказывают, я не крашу. Почему-то все думают, что у нас только туши и помады, да. Многие думают, а на самом деле декоративка занимает всего 25%. 20% занимает это средство по уходу за лицом, телом и волосами. Это как раз то, чем мы пользуемся постоянно. Гель для душа, шампунь и так далее. 11% примерно занимает это аксессуары и продукция wellness. Продукция для здорового питания, для нашего здоровья. Как можно поделиться скидкой с друзьями, своими, с родными? Не надо их там умолять, ой, купи у меня что-нибудь, пожалуйста, закажи у меня там в Oriflame. Просто вот я, как, допустим, делала, да, я пришла подружке, принесла каталог и сказала, я тут в Oriflame зарегистрировалась, мне нужно сделать личные там объемы, выполнить ТО. Тебе задание, ты больше нигде теперь мыло, шампунь не покупаешь, покупаешь все у меня, я тебе отдаю со скидкой 20%. Договорились? Она говорит, договорились. Все. Вы можете также примерно сделать со своими родственниками, сразу отдавайте им со скидкой 20%, и действительно это по ценам дешевле, чем в магазине, можете подарочки им где-то еще потом какие-то дарить. Оставили каталог, значит, да, позвонили, напомнили, я тебе каталог оставлял, ты посмотрел, нет, не посмотрел, так, сегодня, чтобы посмотрел, я завтра позвоню, следующий каталог я тебе принесу. Нет, я тоже так сделала. Я сказала, ничего не знаю, так, будем делать так.
продавать по каталогу можно, да? И причем при продажах по каталогу, если вам нужны денежки здесь и сейчас, вы можете заработать моментальную прибыль, это 20% от цен каталога и вашей цены. Где можно в этом случае клиентов найти? Да везде, где рядом с домом, там, чтобы далеко не ходить, да. Никто не заставляет там, конечно, вас ехать через весь город, искать где-то клиентов. А вот люди, которые находятся рядом в подъезде с вами, там, на этаже, дома рядом. Так, сейчас, секунду. Дома рядом, значит, магазины. Я вначале, когда новичком была тоже, училась делать вот 150 бонус баллов. Магазина я уносила девчонкам, оставляла продавцам. Ничего страшного, заказывала. В каких-то организациях, таких, где вы являетесь клиентом, там, да, аптека, школа, банк, поликлиника. Вот у меня дочь периодически в школу уносит, классной руководительнице каталог отдает. И вот даже, кстати, сейчас я это делаю уже не столько для того, чтобы выполнить ЛТО, а ну, просто для удовольствия. Я им со скидкой, учительница тоже со скидкой 20% отдаю. Потому что свои 150 баллов я научилась делать. Так, ну и на работе, конечно. Вот на работу я тоже приношу, оставляю, заказали, заказали, не заказали, не заказали. Так, значит, пойдем дальше. Корпоративных клиентов можно найти, да? Корпоративные клиенты, это можно прям какую-нибудь организацию большую полностью там подключить. Можно поискать их в справочниках. Вот есть по городам справочники, можно даже, знаете, как сделать в интернете справочники. У нас сейчас есть и в Молдове, я как-то смотрела, тоже есть справочники организаций различных, там даже в этих справочниках указаны адрес электронной почты, можно прямо на электронку отправить такое предложение, составить красивое письмо и отправить. Можете со скидкой им отдавать полностью, да, там 20%, можете там 10% скидки сделать, здесь уже как бы на ваше усмотрение. Ну, вот здесь на экране примерно такие предложения для организации. Хотите получать прямо в офис косметику высокого качества, скидка 20 до 80% от цен каталога. Предлагаем вам эту возможность. Oriflame, превосходное качество, только сертифицированный продукт, за широкий ассортимент и подарки каждые 3 недели. Акции различные проводить для таких организаций. Указывайте свои контакты обязательно. И я думаю, найдутся заинтересованные люди, и с вами они свяжутся. Можно найти продавца. Найти продавца можно через объявление в газету, через местную, либо местные группы какие-то в социальных сетях, да. Просто подайте объявление, что в основном, конечно, для молодежи больше это подойдет. И согласятся студенты, школьники и так далее. Примеры объявлений, какие могут быть. Ищу помощника для сбора заказов по каталогам. Подработка для студентов, активных пенсионеров, сбор заказов по каталогам, средства гигиены и косметика. Ваша работа заключается в том, чтобы 2-3 раза в месяц взять каталоги, отнести их, собрать заказы. Оплата 1000 плюс 15% от собранных заказов плюс подарки. Ну, оплату здесь вы сами уже, конечно, устанавливаете. Тем, кто заинтересуется, значит, можно написать вот такое сообщение более подробно, да? Мне требуется сотрудник по сбору заказов. Работа заключается в том, чтобы взять каталоги 2 раза в 3 недели. Если есть желание заработать, то можно чаще отнести их к себе на работу, в группу, тренажерный зал, да, куда угодно. Собрали заказы, 20% ваши, плюс подарки с каждой 1000. В подарки у вас будет возможность дарить своему продавцу, если он будет вам делать хороший товарооборот. Каталоги, значит, отдаете продавцу на неделю примерно, деньги
Этот заказ он либо должен дать вам сразу, либо договаривайтесь хотя бы предоплату 50%, чтобы ну, не могли потом отказаться, и вы не оказались в этой куче товаров. Через неделю он к вам приходит, садитесь вместе за компьютер, собираете заказ в корзину и отправляете заказ, значит. Ну и здесь, конечно, продавца желательно поощрять подарками, чтобы у него еще была заинтересованность. Ну и, конечно, на самом деле один из секретов успеха вообще, хотелось бы сказать, когда вы даете кому-то каталог посмотреть, будь то даже близким вашим, да, там знакомым, незнакомым тем более людям, вы должны принять для себя одну такую вещь, что вот наша компания Oriflame, она дарит красоту и здоровье, и вы как консультант, менеджер компании, вы должны быть лицом компании. Внешний вид должен соответствующий быть, да, это вот секрет успеха. Внешний имидж, опрятный костюм хороший, либо красивое платье, прическа. Девочкам макияж вообще обязательно, чтобы товар показывать своим лицом, как говорится. Обувь опрятная. Ну и можете брать с собой бизнес-аксессуары компании. Пробники можно у нас заказать, да, сумочка с пробниками. Внутренний имидж, это внутренний, будьте всегда уверены, будьте всегда положительно настроенными, оказывайте влияние на людей своим энтузиазмом, энергичностью, думайте о людях, заботьтесь о них и верьте в свою продукцию, самое главное, и в то, что она может помочь другим людям. Ну и будьте преданы продукции компании Oriflame. Тогда у вас все получится. Так, ребят, с этим понятно все? Сложно, как вы думаете, научиться делать 150 бонус-баллов, используя вот эти методы? Давайте, кто еще не умеет, будем учиться. Быстрее научимся, быстрее будем расти. Ну, немножко сейчас расскажу, как я организовываю свой личный товарооборот. Вот нашла сегодня свой первый заказ. Помню, когда мне Вера сказала, что надо сделать заказ, а тогда был у нас минимальный заказ на 25 бонус-баллов, а я уже даже и не помню, что нам там давали за 25 бонус-баллов. Вера, ты помнишь? Да, и мне ничего не надо было. Нет, Лучи, это было раньше, еще там еще до аккаунтов, там, я не помню, но суть в том, что или бесплатная регистрация была, здесь вроде нет за регистрацию, а нет, я даже за регистрацию там заплатила, здесь просто в скриншоте нет. На 27 бонус баллов я, значит, сделала заказ, вот тут заказала, там помыться, крем, тушь заказала. Набор пробников, вот, кстати, в первом сразу заказе я заказала. Может быть. Набор пробников я вот сразу заказала. 449 рублей он тогда стоил. И вот, кстати, обратила внимание, даже знаете, вот заказ на 27 бонус баллов, он мне тогда обошелся 1900 рублей. Сейчас заказ на 27 бонус баллов обходится дешевле, примерно 1200. Почему вот мне интересно, вроде цены растут, да, как бы. А оказывается, что у нас они не растут, потому что 27 бонус баллов тогда это было дороже, чем сейчас. А сейчас, на данный момент, как я делаю свой личный товарооборот, мои заказы на данный момент примерно на 70% состоят из продукции wellness. Это супы, коктейли, витамины. Ну вот, допустим, пример такой. Пример заказа моего недавнего. Почему мне легко, да, вот, делать такие заказы, вот, и вам скоро будет легко.
продукция wellness получается, она самая баловая продукция. Здесь вот у меня, здесь вот даже у меня один суп идет по подписке, четвертый шаг бесплатно, вот 0 рублей за него. А здесь вот подружка у меня заказывала, то есть не только мое. Руководство по продукции wellness вот я заказывал 39 рублей, но оно стоит, я его заказывала уже раза 4. Я его тут родственникам своим раздала, потому что с целью, чтобы они изучили там и приобщились. Но пока никто не созрел. Хотя, честно говоря, подумывают некоторые. И вот смотрите, на уровне 9% общая стоимость заказа 7300, скидка 3200. Вот наглядно вам показываю то, что, о чем я рассказывала, да? Практически 50% скидка. То есть я заказала на 7 тысяч, заплатила 3 тысячи всего. Из этих 3 тысяч у меня еще тут подружка на 1000 примерно заказала. То есть своими деньгами я вообще заплатила 2 тысячи. Хотя заказ на 7. Так, дальше. Вот еще один заказик. Это я тут один раз так шиканула. Хорошо, честно говоря. И вот реально, наверное, заказала практически все, что хотела. Заказ у меня был на 360 бонус баллов. Здесь у меня тоже несколько супов, витамины, детские витамины и так далее. А вот эта скидка на уровне 12%. Заказ был на 14 тысяч почти. Да, вначале ничего не надо было. На 14 тысяч почти заказ у меня был. 7 тысяч я за него заплатила. Тоже там еще подружка помогла немножко, ну, 360 бонус баллов заказ был. Вот, к чему я все это, да, веду-то. Хочу рассказать вам, почему я сейчас, что дает мне вообще Oriflame, что дает мне продукция wellness. Во-первых, с продукцией wellness, кто не знаком еще, зайдите на сайте, обязательно почитайте. В наше нелегкое время у нас дефицит витаминов и всего прочего, фруктов, овощей и так далее. У нас в Забайкале, допустим, фрукты, овощи практически, да не практически, все у нас везут из Китая. Чем они напичканы, я не знаю. Потому что яблоки могут лежать на подоконнике, допустим, ну, недели 2-3, и с ними ничего не случится. Чем их там обрабатывают. Да, ну, самый, вот сейчас у нас есть еще пока, ну, написано, что краснодарские яблоки по 50 рублей килограмм, скоро их не будет. Останутся одни китайские, и у них цена от 120 рублей примерно. Дешевле 100 рублей яблока нет. Ну, это как бы самые элементарные яблоки, да. Вот. А у нас, я говорю, у нас все, короче, все из Китая. Поэтому вроде и цены на это бешеные. И как бы особо-то и не хочется эту гадость кушать. Поэтому, когда я попробовала wellness, почитала состав, что из себя представляет эта продукция. У нас Дарина позавчера школу шикарную по wellness провела. Все про это рассказала. Если кто не был, обязательно посмотрите в записи. Поэтому как бы я не буду углубляться в состав продукции и так далее. Я вам покажу, что дает продукция это мне. Результат, как говорится, налицо. И по себе я это замечаю, да. В социальных сетях вот недавно самой стало интересно, провела такое сравнение, какой я была. Нет, не попутала. Так, а это где? Майя, пожалуйста, напишите вашу фамилию. Лучия спрашивает. В чатике напишите фамилию. Вот такое, значит, была Дорифлэй. 27 лет мне здесь было, я здесь что-то взялась так. Стричься под самое не хочу, мне почему-то казалось, что мне подходит такая прическа и так далее. Я подстригалась и чуть не налысо подстриглась. Ну и вообще как-то
Ну, сейчас я смотрю, я себе не нравлюсь, тогда я себе нравилась. А вот сейчас я нравлюсь тебе такая, какая я сейчас есть. Это фотографии, ну, двухнедельной давности, двух-трехнедельной. Это вот сейчас мне 35 лет, на данный момент выгляжу я так. Еще wellness заказываю я по 2, по 3 коробочки, да. Мы с мужем... Нет, не попутала я. Мы с мужем 16 лет вместе живем в счастливом браке. И за 16 лет, ну, девчонки многие, наверное, поймут, когда замуж выходишь, там мужа хочется накормить чем-нибудь вкусненьким, начинаешь готовить всякие вкусные штучки, что-нибудь там. В итоге у нас получается пожирнее, салаты с майонезом и так далее. Вот за 15 лет, да, и толстеешь. Колобки потом становятся. Вот сейчас покажу, какие мы были колобки. Еще буквально год назад. Вот, значит, фото наше до. Это в декабре 2015 года. Меньше года назад. Муж у меня весил 110 килограмм, я весила 91. Потом взялись мы где-то в марте месяце, в середине марта. Подсели мы с ним на супы. Едим. Да я и себя тоже как на убой кормила, да, тазиками. Еще говорю, как бы зимой особо там фруктов, овощей не купишь. И у нас одна еда получается. Картошка, мясо, капуста, рожки, крупы и так далее. А сами понимаете, пища очень высококалорийная. Вот, значит, в марте месяце мы ужин, на ужин стали есть суп от Wellness. Начала сначала, честно, я. Пробовала я первый раз их давно, год-полтора назад. Первый раз я спаржевый я еще как-то более-менее доела. Томатный я, честно говоря, почти коробку выбросила. Он мне вообще очень-очень не понравился, прямо томатный с базиликом, и я выбросила почти целую коробку. Потом, значит, в марте месяце я решила все-таки взять себя в руки и убрать ужин. Убрать ужин и на ужин есть суп. Было сложно первое время, честно говоря, потому что когда готовишь... На семью-то как бы я нормально ужин готовила, да? А когда готовишь, это же запахи все вот эти вкусные и так далее. Я, значит, придумала, как сделать. Я пока готовлю ужин, пока готовлю, все эти запахи там от готовки возбуждают аппетит, я наложу себе суп и выпиваю его, съедаю. Раньше с тарелки его ложкой ела, сейчас в последнее время я его с кружки, из большой, у меня кружка большая есть, типа бульонницы. Я его пью из кружки, удобно очень. Вот, и пока готовлю ужин, значит, супчик выпиваю. Потом сажу всех ужинать, кормить, и мне уже кушать неохота. Потом муж, значит, на меня посмотрел с недельку, говорит, дай мне попробовать, что это за гадость. Попробовал он, значит, первый раз особо тоже никак не воспринял. Потом мне через два снова сказал, давай попробуем. А потом, почему он еще у меня решился, это сейчас скажу. Работаем мы на железной дороге оба. И я два раза в год прохожу медкомиссию, он вообще каждый год проходит медкомиссию. А из-за большого веса появилась гипертония, повышенное давление, сахар высокий, на грани нормы всегда. Вот он прошлые года пойдет проходить медкомиссию. И перед медкомиссией сидит там на одном кефире, на гречке, сидел по 2, по 3 дня именно, чтобы сахар сбить, чтобы давление нормально на медкомиссии было. Вот голодом себя морил по несколько дней. А в этом году как раз вот перед медкомиссией, наверное, получается недели за две он начал суп со мной есть.
И пошел проходить медкомиссию уже даже через 2 недели, да, сразу и видно, как бы сахар нормальный у него нормализовался, и давление, ну, за 2 недели давление, конечно, совсем не нормализовалось, но вот именно вот на данный момент он, получается, у меня похудел на 17 килограмм уже, у него давление сейчас вообще полностью нормализовалось. Наш wellness можно давать больным сахарным диабетом. Вот насчет этого вопроса я тоже хотела поискать информацию, потому что вот у мужа мама, получается, свекровка моя, она больна сахарным диабетом. И вот я хотела бы узнать тоже по этому вопросу, можно ли все-таки больным или нет. Ну, вот я похудела на 11 килограмм. Ну, вот здесь, честно говоря, нет возможности нормально сейчас сфотографироваться пока. Там ближе к весне мы покажем вам другие фотографии еще с более лучшими результатами. Ну, вот на данный момент пока вот такие результаты, такая фотография. Ну, вот 11 килограмм по фотографии, то у меня, может, сильно не видно, но щечки-то точно. Щечки-то точно ушли тут у меня, и по себе все равно ощущаешь, когда у меня, допустим, джинсы, которые раньше с трудом на талии застегивались, а сейчас эти джинсы можно просто снять, не расстегивая, спокойно. Самый еще секрет такой девочкам расскажу. Может, и мальчикам пригодится, кому-нибудь расскажут. Вот до этого я сидела на различных диетах, и, во-первых, голодом себя морешь, да? Во-вторых, от этого голода у меня в первую очередь худела грудь и худела попа. А все, что на животе, вот это наросло, это все так и оставалось, и никуда не уходило почему-то. Спасибо, девчоночки. Приятно очень слышать. Что, нет, значит, мне не показалось. Вот смотрите, значит, когда на wellness я начала худеть, здесь вот самое главное, что в первую очередь уходит живот. Да, а сейчас уходит живот, вот как раз то, от чего хочется избавиться, то и уходит. А грудь на месте. Я вот раньше всегда переживала, ой, я похудею, у меня там грудь моя шикарная потеряется куда-нибудь, и ничего не останется. А здесь как бы нормально, уходит там, где надо, вот именно что живот уходит, а где надо, остается. Еще плюсы, знаете, какие вот супы, как-то коктейли я. Не знаю, мне особо не нравится. Я вот сейчас коктейли стала пить, когда мне хочется сладкого чего-нибудь. Я вообще большая сладкоежка, честно говоря. Я навожу себе коктейль, пью. Мы специально вчера одели эту рубашку, чтобы было видно. А вот супы, они именно дают, они такое чувство сытости дают. И вот если такую простую пищу ешь, обычно еще богатую углеводами, допустим, да, там рожки, картошку, то, что мы привыкли есть, ты это съел, значит, в желудке какая-то тяжесть. Тяжесть, не тяжесть, но в желудке-то ощущается все равно, да, тебе там сразу хочется спать, и ничего не хочется делать. Короче, сколько бы ты ни съел, ты объелся. А wellness именно, суп съедаешь, и он дает такое вообще хорошее чувство сытости, и ты легко себя чувствуешь, потому что у тебя желудок не набит вот этой всякой ерундой, да? В желудке, я даже не знаю, как это объяснить, понимаете, как бы такие легкие ощущения в теле именно, что ты не забил там себя какой-то пищей, там полтазика в себя закинул, а выпил всего кружечку супа, и ты сыт, тебе не хочется кушать, и тебе очень легко, ты полон энергии, тебе хочется что-то делать. В общем, супер, конечно.
Вот, кстати, еще про суп томатный я вам рассказывала, который я выбросила первую коробку почти. Да, как энерджайзер, еще если витамины наши принимать, это вообще здорово. А суп вот томатный, который я выбросила, да, который мне вообще было с него первые раза так очень плохо. Буквально месяца два назад муж у меня попросил. Я до этого только спаржевый заказывала. Ну, думаю, ему тоже не понравится. Да не два, наверное, уже побольше. Закажи, говорит, томатный. Попробовать хоть. Ну, заказала я томатный. Попробовала сама, самое главное. Такая вкуснотища оказалась. Вот, я теперь, кстати, люблю томатный. Я вот уже спаржевый не так люблю. Я теперь люблю томатный. А вот первый раз реально выбросила целую коробку почти. Так, ну вот это я вам о себе рассказала. Спасибо всем. А, наемся сейчас томатного, вот и спаржа есть. Но я ем периодически для разнообразия спаржи. Вера, честно скажу, я их смешивала. Вкус нормальный у них. Но у них вид не очень красивый у него получается. Вот это смешай краски, красный и зеленый, получится коричневый. И вид не очень аппетитный, честно говоря, вкус нормальный. Спасибо всем. Да-да-да. За комплименты, за вашу. Я очень-очень-очень рада прямо от вас услышать их. Так, давайте дальше я вам расскажу немножко, почему wellness выгодно покупать. Вот для того, кто не зарегистрирован в компании, вот цены актуальны, это я сегодня делала в России, да, значит, суп стоит 2 390 рублей, коробочка на 21 порцию рассчитана, то есть цена порции выходит 113 рублей. Коктейль тоже 2 390, цена порции 113 рублей. Витамины Wellness Pack 2 370. 112 рублей в день получается. Но история будет, конечно, обязательно. Думаю, ну, к весне, я думаю, мы очень хорошие результаты вам покажем. Комплекс мультивитамины минералы детские 720 рублей стоит на 21 день. То есть в день 34 рубля. И омега-3 стоит 1150 рублей. Да, скоро мы уже будем запускать новый проект. И будем худеть все. Спортом начнем заниматься. Худеть будем. И к весне мы уже командные результаты с вами все покажем. Вот это цены для незарегистрированных, для тех, кто не зарегистрирован в компании. Смотрите, если вы, мы тут же все с вами зарегистрированы, да, и у нас есть очень хорошая возможность оформить на продукцию Wellness подписку, и здесь уже, в отличие от незарегистрированных покупателей, для нас цена становится в два раза практически меньше. Вот на суп, на коктейль, на витамины Wellness Pack, на комплекс детские мультивитамины и минералы и на детскую омега-3 можно оформить подписку. По этой подписке вы за три продукта платите, четвертый получаете в подарок. Если посчитать, значит, получается у нас вот такая стоимость. Так, сейчас карандаш возьму. Получается, наша цена 1912 рублей. 1912 рублей наша цена. За три коробочки мы с вами заплатим три каталога подряд, а в четвертом каталоге получим ее бесплатно. В итоге стоимость, если мы возьмем стоимость за три коробки, да, и разделим на 4, мы же 4 получаем, получится, что нам коробочка одна обходится 1434 рубля. Так, вернемся назад, посмотрим. Для тех, кто в компании нашей не зарегистрирован, 2 391 коробка. Разница на 1000, да? 21 порция в коробке у нас, делим на 21 день, 68 рублей получается одна порция. Тоже в два раза дешевле. Там 112 у нас было.
Вот также я посчитала стоимость на коктейли также. Одна порция выходит 68 рублей. Wellness Pack получается 67 рублей в день. Полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для нашей жизнедеятельности, вы получаете. Вот особенно, когда если вы начинаете худеть, обязательно нужно хотя бы первое время попить Wellness Pack, потому что он очень хорошо действует на обмен веществ на наш, на все это нормализует в организме. И старт такой при похудении вообще очень хороший. Там результаты вы увидите буквально в первых нескольких дней. Детские витаминки нам обходятся всего 20 рублей в день. И омега-3 детская тоже баночка. Ну там как выпейте ее, да. Если для незарегистрированного 1150 цена, то наша цена получается при подписке 690. В два раза дешевле практически, видите? Ну вот с помощью Wellness тоже можно делать 150 баллов. Очень полезно будет для своей семьи. Вот такой средний заказ я еще посчитала. Если заказать витамины себе, витамины мужу, витамины ребенку и коктейльчик для семьи. Получается витамины 49 бонус баллов. В Молдове 46, кажется, я вчера смотрела, не помню. Чуть-чуть поменьше. Детские витамины 16 баллов и коктейль 49. Итого у нас заказ получается на 163 бонус баллов. Теперь смотрите. В первом каталоге мы по нашим ценам заплатим за заказ 6253 рубля. Те, кто не зарегистрирован в компании, заплатил бы за такой заказ 7850, на 1500 больше. Во втором каталоге, значит, мы же делали, как раз у нас получилось 150 больше 150 баллов. У нас есть дополнительная скидка 10% при бонусе клуба и 3% может даже и не 3, в зависимости от вашего уровня. Ну, я беру для новичка, допустим, да, 150-163 бонус балла делаете, на 3% выходите, плюс скидка 10% по премьер-клубу. Итого получается примерно 900 рублей. В следующем каталоге скидка будет, и вы уже заплатите за заказ такой 5353 рубля. В третьем также заплатите 5353 рубля, а в четвертом вы все это получите бесплатно, потому что у вас будет оформлена подписка. Итого, если взять, посчитать, за 4 каталога мы заплатим за здоровье нашей семьи, сплюсуем наши 4 каталога, да, вот здесь циферки, и получаем 16959 рублей. За 4 каталога получается 4239 в каталог, делим на 21 день, 202 рубля в день получается на всю семью, на здоровье всей семьи, 202 рубля в день. Если вот это все будет приобретать человек, который не зарегистрирован в компании, то он за такой набор продуктов, за 4 каталога заплатит 31 400 рублей. То есть ему здоровье, его семьи будет обходиться в день 373 рубля. В нашем случае практически в два раза меньше. Реально, ребят, 202 рубля в день, это, ну, вот взяла на троих, да. Вот почему я вам говорю, вот, когда взять в корзину и накидать все, что вы захотите, и сколько, посмотрите, у вас получится бонус баллов. Вот если взять витамины на всю семью, вот у меня, допустим, я, муж, дочери у меня 15 лет старше, она уже Wellness Pack у меня принимала, да, и мама есть моя, которая со мной живет. Это вот 4 взрослых человека, которым необходим Wellness Pack. Это уже 200 бонус баллов. Есть еще у меня маленький киндер 2 года, который витаминки он у меня еще не ест. Он их погрызет и выплевывает.
Омегу-3 он у меня сейчас, он маленький пока был, я ему начала давать с 8 месяцев, он ее где-то до полутора лет попил, сейчас отказывается. Сейчас я ему заказываю омегу-3 в капсулах, которые он у меня каши не ест. Омегу-3 вот в капсулах, которые для взрослых получается, идет, да, вот и ее заказываю. Плюс суп мы едим каждый день на ужин. Получается, где-то на каталог как раз мне надо 3 коробки супа. Ну, еще можно 1 коробку коктейля на каталог. Вот это у меня выходит сколько? 400 баллов только на wellness. Плюс еще надо помыться, волосы покрасить, и лицо чем-то помазать и так далее, да? Мне, кстати, тут муж на днях высказал претензию, что у него закончилась пена для бритья. А почему-то у меня не оказалось ее в заначке. Вот, а кто-то говорит, что мы тут складируем продукцию. Ничего мы и не складируем. Да, выговор от мужа получила. В коробках, которыми весь дом заставлен. Мне тут недавно в Одноклассниках написала тетенька, которая была в Орифлейм, написала, что вот она, я там пробовала в Орифлейм, значит, работала, в итоге за 2 года дома склад продукции у меня насобирался. Мне, честно, стало смешно, как можно складировать. Даже можно, ну, даже если вы wellness там не хотите пробовать, употреблять, можно действительно с помощью близких, друзей и родственников. Не знаю, как у нее не получилось. Можно с помощью близких, друзей и родственников. Вот я же тоже не сразу же, честно вам говорю, да, что не сразу я там начала 150 бонус-баллов делать, но 150 бонус-баллов делать я начала где-то каталога с третьего точно. Потому что у нас мы тогда были в другом проекте, в составе другого проекта, и у нас тогда было условие такое, там, чтобы попасть, у нас была закрытая группа, на которой мы получали дополнительную информацию по рекрутингу, которую мы сейчас вам даем бесплатно. Да, и за заказ 25 бонус баллов вы проходите в чат рекрутинга. Тогда, чтобы состоять в этой группе, нужно было ежекаталожно делать минимум 100 или 150 бонус баллов, я не помню. 100, однако. Но 100 мне было делать невыгодно, потому что при 100 нету объемной скидки, да? Поэтому 100 как бы делать невыгодно. Если уж делать, то 150, потому что со 150 вы в следующем каталоге получите объемную скидку, и по стоимости у вас выйдет то, что вы будете каждый каталог деньгами за 100 баллов отдавать. То же самое, понимаете? Да, там было, каждый каталог надо было делать. Не сделал в этом каталоге, все, тебя из чата удалили, ты больше никакой информации не получаешь. Такие вот у нас тогда были условия. И он, да, как бы подружка мне помогала, по магазинам я тут поближе лежащим носила, и ничего страшного, заказывали. Я всем, кстати, отдавала со скидкой 20%. При том, что у меня доставка 240 рублей, допустим, и я порой даже доставку платила из своего кармана, честно говорю. Но мне самое главное, можно было, надо, чтобы сделать 150 бонус баллов. Подружка моя недавно рассказала, что у нее туалетный ход из Oriflame. Не знаю, сколько штук, но она сказала, если их поставить одну на одну, получится пирамида высотой, наверное, 1,5 метра. Вот такая у меня есть подружка, да. Одна единственная. Так, ребята, ну, говорю, сегодня долго буду рассказывать. Нет, он, ну почему? Нет, она ими там фышкается туалетными водами. Не, ну она и остальное заказывает. Шампунь и так далее. Вот, про личный товарооборот с вами мы сегодня поговорили. Надеюсь, вам было интересно. И я очень надеюсь, что вам было понятно, как научиться организовать личный товарооборот. 150 бонус баллов. Поверьте, примерно с уровня 9% у вас с этим проблем никаких не будет.
И вот как мне сейчас, допустим, просто лень куда-то нести каталог и куда-то ему показывать. Я говорю, принесла на работу. Заказали, заказали, не заказали, не заказали. Ладно, я себе волосы закажу. Тем более, как бы, получается, что для меня, да, с нашими ценами на продукты, вот у меня wellness суп на ужин ест вся семья, получается, я экономлю деньги на продукты, мне дешевле получается и полезнее для здоровья. Всегда помните, да, видите свою цель, путей достижения очень много. Ну и, конечно, успеха, успех не придет к вам, вы сами должны дойти до него. Если мы будем лежать вот так вот, как вот этот дяденька возле машины, и только думать, а как же нам сделать 150 бонус-баллов, то ничего у нас мы и не придумаем. Нужно хотя бы элементарно позвонить своим знакомым. Молодец, Лена. Попробуйте, нам расскажете о своих впечатлениях. Ну вот, ребята, у меня на сегодня все. И так я вас сегодня задержала долго. Если есть вопросы у кого-то, задавайте.